Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Fallout Shelter. Все, сейчас мы с вами соберем. Кстати, у меня должны подойти уже ребята. А вот и они, кстати. Давайте-ка поскорее забирать все, что у них есть. Ага, жилая комната, подземка. Опять подземка. Два чертежа. Так, жилая комната Минитмена. Да вроде бы у меня было больше этих открыто. Такое впечатление, что они меня здесь дурят потихоньку. Ладно, мы это с вами пропускаем. И давайте-ка смотреть, что у нас здесь. Так, у нас с вами бокс. Давайте открывать и смотреть, что из него выпадет. Хлам, понятно, не нужно. Так, это 0,1. Конечно, не нужно. Крышки 500. Ладно, сгодится. Пища тоже не нужна пока. И опять крышек 500. В общем, бред какой-то нам выпало из бокса. Так, а здесь у нас собака. И что же она дает? А дает она нам 13 опыта в плюсе. Собака-боксер. Теперь надо будет ее куда-то, ребята, приспособить. И ставить нам ее нужно тому, кого мы хотим раскачать в первую очередь. Потому что 13% опыта это уже все-таки существенно. 50 тысяч, да, чтобы улучшить парикмахерскую. Да, не стоит, мне кажется, она стольких крыжек. Это уже есть у нас. Их будет просто завались, тогда да. Ну что же, ребятушки, давайте начинать с вами очередную миссию, которая у нас будет называться как? Поговорить с жителями других убежищ. Проверка экспериментов Волтек. Да, будем проверять, что у них тут за эксперименты были. Да, вояки мои немножко какие-то покоцанные уже. Они, в принципе, и были, я их просто не успел подхилить. Опа, что здесь такое? Гэри! Гэри! Ну и что? Нет, родной, я не Гэри. Но выберем, наверное, с вами второй вариант ответа, потому что больше нечего. Ну и что вы мне на это ответите, салабоны? Гэри. И дают они нам с вами две квантовые колы. Тебе когда-нибудь приходилось видеть Смотрителя? Да, действительно, приходилось ты когда-нибудь видеть? А, усач, я с тобой разговариваю. Ха, Смотрителя никто не видел. Так, ладно, ребята, короче, здесь бесполезно что-то ждать. Нам надо с вами двигаться дальше. Проходить здесь все. Так, у нас лифт. Сейчас мы спустимся пониже этажом. Но задание еще до сих пор не выполнено, висит. Значит, мы будем еще с кем-то, видимо, разговаривать. Так, тут у нас... Я только хотел сказать, что тишь и благодать. Но не тут-то было. Как всегда, вонючие крысы появляются из ниоткуда, точнее, из-под земли. И нарушают наш покой, нашу идиллию, наше спокойное прохождение этой миссии, блин. Так, ратпаки нам достались. И еще ратпак. Чего тут только не найдешь, это точно. Так, тихо. А, нет, смотрите, сундучок. Давайте идите вниз, я сундуки могу вскрывать и без вашего присутствия в комнате. Опачки, очередные. Гэри, 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 Гэри. Мы знаем ответ. Это Гэри. Да, вот так вот мы, пожалуй, с вами и ответим. Если это ответ. Гэри. Опачки, и еще две квантовые колы. А что мы тут вообще делаем? Мы исследуем. Вот что я тебе скажу. Так, рат-таракан появился. Причем довольно здоровенький. Но вяленький. И слабенький. Все, мы его забомбили. Продвигаемся с вами дальше. Я думаю, что пойдем, наверное, ребят, с вами наверх вначале сходим, да? А уже потом вниз. Так и сделаем. Побежали. Тут как раз у нас маленькие, короткие комнатушечки, которые с вами по-быстренькому пробежим. Ё-моё, я уж думал, тишина. Нет, тараканы бдят. Ну и тут же сразу бздят. Сматываемся. Так, один таракан остался. Ну-ка, ребята, возвращаемся, я должен взять. Видите? Мое, мое, мое! Кричит он, а? Нет, мое, Хламоныч. А тут у нас что? А, тараканы, да? Нет, нет, я не прав. У нас тут крысы, кроты, как хотите их называйте. Без разницы, в принципе. Так, и у нас там, смотрите-ка, шкафчик, который можем полутать. В нем ружбайка. Опять же фуфловая, больше чем уверен. Ну что, я не могу этого... Во, джекпот. Да ладно, радоваться такой херне. И, блин, вот этот пистолет просто
идеал моих мечтаний, блин. Как обычно, урон, наверное, 0-1 или там 1-2. В общем, фуфловый. Так, и осталось у нас здесь только низиночку всю пройти. Все нижние комнатки. Сейчас мы с вами... Так, кто здесь? Ага, крысы, ладно. Будем с ними сейчас по-быстренькому разбираться. Одна готова. И сейчас этих двух добомбим. А лутануть здесь нечего. Ни ящиков, ничего нету. И крысы все исчезли. Здорово просто. Так, о, тихо. Это кто у нас такой? Гэри, Гэри, Гэри. Ну, их всех, видимо, переклить. Он указывает на груду предметов. Это подарки? Так, давайте-ка мы с вами возьмем, наверное, ну, крышки на межу хлам тоже. Давайте оружие возьмем. Мы возьмем это оружие. И что ты нам дашь, Гэри? Блин, какой-то автоматик дал никчемный. Ладно, это не важно. Главное, что мы прошли с вами это задание. Последняя комнатушка здесь осталась. Стимпак дали. Ну что, в принципе, и все. Ребята, можно отсюда убегать в наше убежище. Единственное, что меня здесь порадовало, это 4 квантовые колы. Больше ничего хорошего здесь мы с вами не нашли. Так, сколько они еще потребуют сейчас до быстренького добега в убежище? 2. Ну, давайте подтверждать. У нас как раз 5 кол с вами есть. Собираем. Да не показывай мне, все у нас там нормально с местом, не надо врать. И у меня, я смотрю, здесь еще одна бригадушка стоит, которую можно, наверное, в принципе, отправить. Сколько нам нужно было? 15 тысяч, да, монет, точнее, крышек, чтобы мы смогли с вами улучшить здание для отправки 3 бригад. Слежка за рейдерами. Так, иди сюда. Так, следующий будет Жерих у нас. Так, подожди, что-то здесь не то. С костюмами не в порядке. Давайте-ка посмотрим сюжетное задание. Что тут вообще требуется? Ага, рейдерская броня. Опять она. Ладно, где-то должна быть у нас прочная рейдерская броня. Потом просто броня. И третий у нас остался. Так, Присон будет у нас. Тоже на него хватает брони. Отлично. Забираем степаки, ратпаки. Давайте сразу начнем, ребята. Что у нас? Колов, слава богу, пока есть, можно потратить. Ну, давай, быстрее добегай. Мне уже не терпится тут размяться. Кто вообще у нас здесь, мне хочется посмотреть. Будем сейчас, по-моему, с вами рейдеров валить. Слежка за рейдерами. Поговорить с главарем рейдеров. Вот оно даже как. Поговорить с главарем. Ну, обычно у меня разговор с ними короткий. Кстати, карта здесь не особо большая. И я думаю, сейчас мы быстренько ее пройдем. Будьте начеку, да-да, ребята. Будьте всегда начеку. И у нас здесь, ага, опять кроты. Достали вы. Лучше бы вылезли тараканы. С ними как-то побыстрее мы справляемся. Ну, да не беда, их всего здесь 2. Так, один готов. Подхил. И начинаем лутать. Ружье, ратпаки, стимпаки. В общем, все, что нам нужно. Хотя мы еще даже ничего не потратили. Опачки, ребята, сейчас будет, наверное, диалог у нас, да? И точно, кто это у нас? Хотите присоединиться к костоломам? Но с чего вы решили, что вы подходите нам? Мы очень любим кости и ломать их. Ну, что-то вроде. Мы самые крутые рейдеры в пустоши. Прочь с дороги. Давайте вот этого, наверное, выберем с вами. Потому что самый оптимальный вариант. Что вы на это скажете, охламоны, костоломы? О, да, я чувствую вашу ярость. Заходите. Вот тебе и вся слежка за рейдерами. Ребят, мы поговорили, как говорится, по душам. Ну, честно говоря, я думал, мы их сейчас будем раскумаривать здесь. Ну, почему-то они приссали, так скажем. Ладно, давайте подниматься чуть-чуть повыше. Ага, ты посмотри-ка, эти говнюки независимые. Видимо, они не слушают своего босса и решили нам переломать кости своими бейсбольными битами. О чем, конечно же, пожалели. Хорошо. Так, чертеж. Мы с вами продвигаемся дальше. Опачки. И еще одна бригадушка. Ну что вы-то нам скажете? Новые рекруты? Раскрою вам один секрет. Вам нужно как можно быстрее отсюда сматываться. Это с какого перепуга? Поначалу ломать кости весело, но рано или поздно эти психи набросятся на вас. Какие именно?
Так, ну-ка. Я предлагаю взять второй вариант ответа, ты просто слабак, а мы будем вечно ломать кости. А там будь что будет. Что он на это нам ответит? Кого вы называете слабаком? Я кому хочешь кости переломаю. Ага, ты посмотрите, у нас не задался разговор, поэтому понеслась метелица. Так, минус один, минус два и минус три, ребята. Они сами напросились, согласитесь. Я их просто немножко приунизил, капельку буквально. Сказал, что они слабаки и боятся, но нет, показали, что они не слабаки и пожалели об этом уже посмертно. Бей, круши, ломай! Ах, вы костоломы сраные. Что ж вам не сидится на месте, вы ж не на те косточки наехали. Да, ребята, боюсь, вам эти косточки не по зубам. Мои все-таки бойцы проверены огнем, водой и медными трубами. Так что им все нипочем. Заслуженная награда, черт побери. Да, это уж точно. Смотрите-ка, девчонки. Здесь три девчули. И все упали. Так, давайте забирать все, что здесь есть. Пистолет, говно, чертеж и крышки. Очень мало крышек здесь нам дают. Кстати, всего лишь 434, этого мало. Так, а вот и тараканы. Сразу мы их смели. О, вот, что-то полезное выпало. Квантовая кола. Давайте перемещаться выше. И это, кстати, последний этаж у нас. Ну, я же говорил, быстро пройдем здесь все. Лутаем. Так, дали нам стимпак. И опять этот дешевый пистолет, который меня уже раздражает, если честно. Опачки. Ну что, на этот раз перед вами Хруст Костяшек, главарь Костоломов. Полагаю, вы хотите получить свою долю добычи с последнего рейда. Точно, и мы бы не отказались от нового оружия, да? Ну, что ты на это скажешь? Отлично, ну идите устраивайте хаос. Ну и что ты мне там подсунула, а? Ружбайку какую-то. Да. Ладно, хотя бы колы дали еще две штуки. Так. Не зря нас зовут Костоломами. А я думаю, что зря. Знаете почему? Потому что сейчас я ваши кости просто вот так вот изрешечу из пистолетов, автоматов, миниганов и лазерных установок. Так, спускаемся сюда пониже. Совсем чутко осталось нам здесь пробегать. Опять рейдеры, я сотру тебя в порошок. Блин, какие борзые, а? Ведь прекрасно знают, что ихняя смерть пришла, они еще что-то выделываются, а? Непорядок, ребята. Мне кажется, что этих дерзких ребят пора, наверное, научить уму-разуму раз и навсегда. Так, что это тут у нас? А у нас тут ничего, крышки, крышки и еще раз крышки. Ладно, давайте спустимся, наверное, пониже. Подожди-ка, вот эту надо залутать. Как-то я ее не увидел. Да ё-моё! Ну что такое, а? Так, я не знаю, давайте, наверное, вот сюда их... Да, вот сюда переместим. Вернем обратно, они как раз встанут вот здесь на проходе. Все. Последний этажик у нас здесь остался. Сейчас мы его по-быстренькому пробежим. И все, будем отсюда уходить. Здесь делать нечего. Ну вот, начинается, такой недовольный, да? Чего начинается-то? Тут ничего нету. Вообще ничего. Все, ребят, можно отсюда сваливать. И как можно скорее. Так, сколько они, интересно, сейчас потребуют у меня бутылок за быструю доставку домой? Ну давай, не томи уже, ё-моё, ну... Хреново загрузка. Одну. Одну всего лишь, а у нас их шесть. Так, что у нас здесь? Ага, еды. Напруга. Там уровень получил, чувак, я вижу. 14-й, отличненько. Так, ну и вроде бы все. Здесь ничего больше мы сделать не можем. Нет. Второй уровень, всего лишь второй. Ё-моё, сколько ты там у меня проработала, чтобы только лишь второй уровень заработать себе. По-моему, все, ребята, да? Заданий у нас больше нету. 14 тысяч крышек. Нам нужно еще буквально... тыщенку где-то нахапать. Да? И все, мы сможем с вами прапать здание. Соответственно, будем уже с вами отправлять три рейда. Так, 15 уровень получает чувак. Что-то я запутался. Давайте, наверное, быстренько добежим. Подтверждаем это все дело.
Тут как раз 970 крышек у нас. Собираем. Так, костюм мэра даже. 15 тысяч, ребята, все. Можно будет апать нам здание. Что здесь за задание? Так, пресса. Ну кого? Давайте Александр сюда пойдет. Потом у нас будет... Ну где же все мои эти бойцы? Так, Джуди. И третьим будет... Где у меня Вильямс, а? Я давно его, в общем-то, не видел. Давайте Джериха. Так, костюмы мы, конечно, будем менять, потому что рейдерская броня — это полный отстой, как по мне. Так что нефиг ходить в таком барахле. Так, и здесь тоже меняем. Костюм фаната научной фантастики. Так, прочный костюм наемника. Все, отправляем, ребята, их на задание. Пускай бегут. Еще у нас следующее задание. Истина на пепелище. Даже вот такое название, да, эпическое. Так, пристан. Немножко покоцанный, ну да фиг с ним. Что мне тебе надеть? Давай костюм борца. В борцухе ты будешь выглядеть так эпично, как супергерой какой-то. Значит, скрываешь лицо свое. Анонимус, ё-моё. Так, Тимоти Вилсон. И последний у нас будет... Ага, Сара. В принципе, все сгодится. Так, это два задания у нас, ребята, получается. Мы еще с вами можем третий рейд, но единственная проблема в том, что у нас нету вояк для этого дела. Давайте сюда боксера поставим, фиг с ним. Пускай будет. Нам все равно его пока некуда примкнуть. А вот если у нас будет еще одна бригадушка. Так, ну-ка, сколько стоит? 15, все. Улучшаем. Шикандос. Ну, а теперь, я думаю, ребят, мы не пожалеем, если составим командочку для третьего рейда. Надо только выбрать таких довольно хороших. Так, этот у нас... А, это вообще у нас на задании. Что-то не туда немножко глянул. А все такие остальные маленькие и слабенькие, что я даже и не знаю, кого тут выбрать. 28-й, 46-й, 13-й. Так. Ну, в данный момент я вижу только 15-й уровень. Вот. Так, он у нас на электростанции трудится. Так, чувачок, что бы мне с тобой делать? Ты у меня первого уровня, блин, до сих пор, а? Так, где-то появился незнакомец. Где этот гаденыш? Ну-ка, дайте-ка я его попробую выследить. Вот он. Вот он стоит. Слушайте, неплохо, 250 он нам выдал. Это очень даже хорошо. Так, тут 7-й левел. Так, пес, давай-ка мы тебя поставим в мою основную бригаду. Роберт Сутон. Сутон. Так, их уже двое, нам еще нужен третий. Так, вот он будет у нас с боксером. Кстати, боксер, вы помните, да? 13% опыта дает. Поэтому этот персонаж у нас должен раскачаться довольно быстро. Все, двое у нас есть. Теперь давайте найдем третьего. Кто же это у нас такой будет? Нужен довольно высокий уровень. Я вижу 15-й левел. Чувачок опять же работает. А, нет, здесь уже на водосборке. Хорошо, с водой пока у нас проблем нет. Я думаю, что мы можем его позаимствовать оттуда. Сейчас приоденем. Да, не понял, что они там обмениваются любезностями. Эй, ребята, потише, потише, пожалуйста. Мне не надо здесь ничего такого. Ну что же мне тебе влепить-то, а? Ага, лазерный мушкет. Хотя, вот это лучше будет. Будешь с этим пистолетиком бегать. Так, броня выжившего. Все. Ну, в принципе, ребята, у меня готовы, ребятушки, отправляться в путь-дорожку. Будем брать слабенькие такие задания. 9-13. Погоди-ка. Вот. Вот так вот сделаем. 10-13. По-любому лучше. Да-да-да. Все. Ничего у нас дальше нету хорошего. Теперь только остается выбрать для них подходящее задание. И что же это будет у нас за задание? Ну, например, стрельбы. Так, давайте возьмем все стимпаки, ратпаки, почти все забрали.
Ну и где мои ребята? Как их, блин, черт побери, найти-то здесь? Они все на одно лицо, черт бы их побрал. Буш, это не то, все не то. Хоть, блин, по именам смотри, а? Действительно. Так, они у меня находятся в казарме, да? Поэтому нам нужно искать казарму. Вау. Растут прям на дрожжах. Тут ничего не скажешь. Давайте опять выбирать с вами задание стрельбы. Ну, потому что он, ребята, на второй уровень идет. У меня персонажи, сами понимаете, слабенькие. Так что для начала им и это подойдет. Так, где же ты? Ага, одного нашли. Хорошо, давайте следующего искать. Черт, ну где ты, где ты, где ты, а? Должен быть, по идее, в этой, в шляпе. Ага, вот он. И третий. Третий обязательно нам нужен. Так, незнакомец где-то появился не вовремя. Почему-то как раз я тут занят поисками персонажа себе. Да бред какой-то, я не могу понять. Чё за фигня? Казарма. Я не вижу казармы больше, смотрите. Тут нету ее. Просто-напросто. Хотя должна быть. Что-то за фигня какая-то непонятная в данный момент для меня. Я уже все просмотрел очень внимательно. Так, электростанция, водопроводная станция, бодибилдинг, клиника. Так, нет, ну здесь нету. Слушайте, что-то здесь не того. Такого быть не может. Они все... Да ёпарасете, блин. Отвлекают, а? Так, эти у нас ребята на задании. Ну-ка, Хелли Харрис. Давай мы тебя вот сюда вот перетащим. Так, где у нас чувачок первого уровня? Снимай все с себя. Ты нам не подходишь. А все потому, что, ребята, у него первый уровень. А мы задание с вами берем на второй уровень. Вот так вот, невзначай, может осенить. Так, боевая броня, хрен с ним, носи. И беги вместо нее вот сюда. Так, где моя девочка там? Бежит, не бежит? Я ее что-то пока не вижу. Но зато ребята у меня растут. Еще 15... О, знакомая музыка. Бутылка с крышки, что ли, пришли? А ну-ка, да, точно, идут красавцы. Не спеша, медленно, навеселе. Я что-то не пойму, вроде бы... Барышня-то должна уже добежать, все-таки на лифте надо ехать ей. А, смотри-ка, она сидит там в картишке, блин, играет. Давай, иди сюда. Сколько можно тебе ждать, охламонка, а? Ты посмотри, расселась она в картишке играть, блин. Я ее жду, жду. Она даже не шевелится. Так, давай, держи мушкет. И сейчас мы тебе найдем какой-нибудь костюмчик. Костюм инженера. Классно выглядит, между прочим. Так, ну что тут подходящее? О, силовая броня. Вот, будешь в ней бегать теперь. Зато сразу тебя можно будет легко найти в куче этой толпе народов. Ну что же, давайте отправлять их тогда всех уже сюда. Так, Эксель. Дальше у нас пойдет. Ну где этот? В шапке-то, в ковбойской. Я же точно знаю, что он должен быть. Вот он, Роберт Сутон. Сутон, блин. И вот наш летчик. Забираем все и отправляем. Да, ребята, мы отправили сегодня с вами 3 рейда в пустошь. И в следующей серии, я думаю, очень будет хорошо посмотреть на то, как мы будем разбираться там с этими заданиями. Ну а на этой ноте, дорогие мои друзья, я буду завершать свою серию. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то с вас лайк. И увидимся уже в следующем видео. А на этом все. Всем пока. До скорых встреч.